Житель Костанай Александр Герасимов подает в суд на полицейских. Его интересы в суде будет представлять Казахстанское бюро по правам человека и соблюдению законности. 6 лет назад полицейские задержали его по подозрению в убийстве. В отделении его жестоко пытали и избивали. В ходе допроса полицейские его пытали, чтобы добиться признательных показаний. По меньшей мере, 5 полицейских наносили ему сильнейшие удары по почкам, угрожали сексуальным насилием, связали ему руки и удерживали на полу, надев на голову полиэтиленовый пакет и применяя удушающий прием, известный под названием «сухая подлодка». До тех пор, пока у него не пошла кровь из носа, ушей, ран на лице, и он не потерял сознание. Полицейские повторяли этот процесс несколько раз. В конце концов его отпустили, не предъявив никаких обвинений. Привлечь полицейских к ответственности не удалось. И тогда правозащитники обратились в Комитет ООН против пыток. Директор Костанайского бюро по правам человека называет этот случай прецедентным. Комитет признал, что Герасимова пытали, и, соответственно, Казахстан нарушил свои обязательства по расследованию. Сообщение о пытках, то есть сообщение о пытках не было расследовано быстро, беспристрастно и эффективно. В связи с этим комитет установил, что действительно Герасимова пытали, и государство должно принять все меры для его полной реабилитации, включая финансовую компенсацию. Дата суда еще не определена, но правозащитники надеются на положительный исход дела. Во всяком случае, Казахстан официально признал право Комитета ООН рассматривать индивидуальные жалобы о пытках.